Девчоночки, мои любимые. Всем вам привет. Девчонки, я по вам очень-очень сильно соскучилась. Вы не представляете, как я по вам скучаю. Я безумно постоянно по вам скучаю. Я нереально скучаю, вы просто не представляете, как я по вам скучаю. Я жить не могу без ваших комментариев. Я не существую просто без ваших комментариев. Даже когда вы мне пишете... У тебя на голове солома, без обид. Ужасная кожа, ты тупая, ты дура, ты абсолютно страшная, у тебя прыщавое лицо, уберись отсюда со своим огромным носом. Ну, в общем, девчонки, вы мне это все пишете без обид. Ну, какие между нами могут быть обиды? Какие между нами могут быть обиды, девчонки? Вы всего лишь мне высказываете свое мнение. Вы всего лишь делитесь со мной своим мнением обо мне. Что тут такое? Какие родулечки мои без между нами могут быть вообще обиды? Какие обиды? Ну какие обиды между нами могут быть? Никаких обид вообще. Никаких обид я вообще. И когда я вам, например, отвечаю в комментариях, вы же понимаете, никаких обид. Когда я вам отвечаю в комментариях, сама ты тупая дура, или на себя посмотри, жирная корова, или, я не знаю, там, пойди умойся. Уродина. Ну и что-нибудь в этом роде. Вы, конечно же, на меня тоже не будете обижаться, девчонки. Без обид, без обид. Какие между нами могут быть обиды? Это всего лишь мое мнение. Мы всего лишь друг с другом делимся мнением. Вы мне скажете свое, я вам свое. Никаких обид, девчонки, никаких обид между нами быть просто не может. Не может. Так что все, я вас люблю. Пишите мне, я по вам очень-очень скучаю. Пока. Козы.